Спортсмены семьи стали призерами республиканских соревнований по фехтованию. Вернувшись домой, они поделились своими впечатлениями. Кубок Казахстана по фехтованию проходил в Алматы с 9 по 15 октября. Всего в соревнованиях участвовало 10 команд. В ходе состязания свое мастерство продемонстрировали фехтовальщики в возрасте до 23 лет. Команда города семей была представлена 12 спортсменами. По итогам поединков наши земляки заняли первое общекомандное место. Среди мужчин лучшим стал Тамерлан Калиев, завоевавший золотую медаль. Также обладателем бронзовой награды стал семичанин Ниязбек Сафинов. Теперь они вошли в сборную Казахстана по фехтованию. В свою очередь, среди девушек отличились Ольга Королева, ставшая серебряным призером соревнований, и Аяула Утеутуленова с Даяной Тусибжановой, которые заняли третье место. Соревнования интересные были. Бескомпромиссная борьба была. Показали себя с хорошей стороны и взрослые, и молодежь. Готовились к этим соревнованиям. Очень хорошо проявили себя наши молодые ребята. Я надеюсь, они в дальнейшем будут выигрывать этот взрослый чемпионат. И тренера очень упорно работали, чтобы получить соответствующий результат. Очень бы хотелось остаться в фехтовании как можно дольше. Я очень люблю этот вид спорта.